установили в сауну такую стеклянную конструкцию, такую панораму с дверкой. Высота у нас 2 метра 170, две боковушки по метру и дверка 700. У нас тут петли твердосплавный латунь, цвет сатин, профиля П-образки запил под 45, здесь тоже. Тоже сатин. Ручка метровая. Деревянные вставки из ясеня. Тут тоже сатин. Петли с декоративными крышками. Здесь закрывают. Здесь дверь работает у нас в две стороны, имеет функцию дохлопа. В данном проекте у нас идут не простые петли, а специальные для сауны, которые выдерживают температурные нагрузки до 90 градусов. У них идут не простые подкладки, а из паранита. Если поставить обычную петлю, при первом прогреве дверь начнет сползать. А паранит, он материал стабильный. Минимальные зазоры 4 мм. Снизу побольше, чтобы была приточка воздуха.